Здравствуйте! С вами рядом Андрей Ракицкий. Во время сегодняшнего сеанса мы попытаемся склеить своеобразный пазл. Пазл, который состоит из эмоций, отражающих вашу личность. Это позволит вам понять и принять свои эмоции и чувства. Положительно воспринимать все, что происходит в вашем разуме, и в вашей душе, и в вашем теле. Все чувства и эмоции, которые мы испытываем в жизни, нужны нам. И не имеет значения, позитивные это эмоции или негативные. Понимаем ли мы, зачем они нам и какая в них польза? Нельзя отгонять и не замечать даже тревожные мысли или мысли, которые вы считаете недопустимыми, унизительными и не соответствующими вашему представлению о себе. Это отрицание, по сути, является насилием по отношению к самому себе, к своему «я». Согласиться с их существованием, принять их такими, каковыми они являются в силу тех или иных обстоятельств, и не считать их важнее, чем они есть на самом деле, вот путь к согласию с собой. Это возможность подружиться с самим собой, принять все, что в вас есть, и в конце концов полюбить себя таким, какой вы есть на самом деле. Принимая свои эмоции, мы превращаем их в своих союзников. Это путь преображения и энергетического обновления. Устройтесь максимально комфортно. Поза должна способствовать полноценному расслаблению. Настройтесь на отдых. В любой момент сеанса вы можете закрыть глаза. Если хотите, сделайте это прямо сейчас. От вас не требуется никакого активного участия в том, что будет происходить. В течение всего времени вы будете находиться в состоянии покоя и отдыха. Поэтому просто доверьтесь своему организму, и пусть все идет так, как идет. Ваш организм не подведет вас, все будет хорошо. Итак, смотрите на экран и наблюдайте за своим дыханием. Почувствуйте свободу дыхания, легкость. Зафиксируйте свое внимание на вдыхаемом воздухе, который проходит через нос. Он всегда кажется нам легким и прохладным. Так устроен наш организм. Почувствуйте, как вместе с вдыхаемым воздухом приходит приятное ощущение покоя, внутреннего равновесия. Как организм начинает замедлять свою работу. Мышцы рук, ног, туловища начинают расслабляться. В них нет ни малейшего напряжения. Вам не хочется ни двигаться, ни шевелиться. Все тело приятно
отяжелело. Постепенно тяжелеют ваши веки. Веки тяжелеют все больше и больше. Они стали свинцовыми. Начинают слипаться. Расслабляется лоб. Расслабляются щеки. Расслабляются мышцы нижней челюсти. Ваше лицо расслабилось. Кожа лица разгладилась. Расслабление переходит на мышцы шеи. Расслабляются и мышцы груди, мышцы живота. Расслабляются мышцы спины. Начинают расслабляться руки. Плечи расслабились. Расслабились предплечья. Расслабились кисти рук. Мягкой волной расслабления наполняет ноги. Расслабились бедра, голени. Полностью расслабились мышцы вашего тела. В них нет ни малейшего напряжения. Лень двигаться, лень шевелиться. На душе спокойно и тихо. Чувство внутреннего покоя сочетается с ощущением сонливости, дремоты. Это состояние очень приятное. Вы погружаетесь в свой внутренний мир, где чувствуете себя спокойно и безопасно. Ваш организм настраивается на отдых. Сонливость усиливается с каждым моим словом. Вы отчетливо слышите мой голос. Он действует на вас успокаивающе. Окружающие звуки, шумы отдаляются, становятся расплывчатыми и безразличными. Вы почти не воспринимаете их. Они ушли от вас куда-то далеко-далеко. Они слились в общий шумовой фон и перестали доходить до вашего сознания.
вы отдаляетесь от происходящего вокруг. Вы растворяетесь в покое и тишине. Вы постепенно погружаетесь в сон. Организм работает в режиме отдыха и покоя. Нормализуется работа всех внутренних органов. Оздоравливается каждая клеточка вашего тела. Покой наполняет каждую частичку вашего организма. Успокаивается нервная система. Все тревоги, заботы, волнения рассеялись. Они ушли. Мысли пассивны. Они ни на чем не фиксируются, свободно скользят. Все, что раньше волновало и угнетало вас, ушло и уже не имеет никакого значения. Вам спокойно и хорошо. Вы совершенно спокойны. Вы отстранились от своих эмоций и чувств. Вы просто отдыхаете. Все идет хорошо. Теперь вы и ваши эмоции – это уже не одно и то же. Ваши эмоции не определяют вас. Все на свете меняется. Меняются и они. Ваши чувства изменчивы, потому что зависят от конкретных обстоятельств. Меняются обстоятельства, меняются и эмоции. Вы живой человек и испытываете огромную гамму чувств. Это нормально и естественно. Так задумано природой. Так должно быть. Вы можете испытывать три типа эмоций. Позитивные, негативные и нейтральные. Позитивные эмоции вам приятны, и вы принимаете их, потому что они делают вас счастливыми. Негативные чувства и эмоции могут причинять страдания, но вы принимаете их, зная, что они способны преобразовать вас и действовать вам во благо.
нейтральные эмоции не вызывают никакого эмоционального отклика и делают вас безучастными. Вы принимаете их, потому что в безучастности заключена возможность к наблюдению и анализу, а это путь мудрости. Все ваши чувства и эмоции дополняют друг друга и формируют состояние внутренней гармонии. А гармония придает вашему внутреннему «я» смысл и глубину. Ваши чувства и эмоции формируют вас как личность. Личность уникальна и неповторима. Вы принимаете все чувства и эмоции, которые испытываете в своей жизни. Все они важны и необходимы. Эмоциональное многообразие делает вас сильными, всесторонне развитыми, способными к саморазвитию, самосовершенствованию. Принимая свои эмоции, вы превращаете их в своих союзников. Вы исключаете самоотрицание и воспринимаете себя таким, какой вы есть на самом деле. Обретая согласие с собой, вы отходите от самообвинений и самоупреков. Избавляетесь от комплекса вины и чувства обреченности. Отказываясь от отрицания своих чувств и эмоций, вы получаете способность беспристрастно оценивать происходящее, а значит, обретаете контроль и власть над всем, что происходит в вашей жизни. Ваши эмоции – это ваши союзники. Вы способны осознавать все, что происходит в настоящем. И это позволяет вам воспринимать реальность, не замыкаясь на себе. Теперь, когда вы доверяете себе, в вашей жизни все становится возможным. Вы способны и готовы к изменениям. И это соответствует замыслу природы. Постоянные изменения лежит в основе любого развития и эволюции в целом. Ваша способность к саморазвитию создает необходимые условия для личностного роста и самосовершенствования. Ваши возможности начинают соответствовать вашим устремлениям. Ваши мечты превращаются в реальные цели. И эти цели становятся достижимыми. Все становится возможным. Принимая свои чувства и эмоции,
вы избавляетесь от необходимости сравнивать себя с другими людьми. Вы обретаете согласие с собой. Вы слышите свои чувства. Вы понимаете, что в них ваша уникальность. Что только вы один, контролируете свои эмоции. Вы можете подкреплять позитивные эмоции. Вы можете преобразовывать негативные эмоции в нейтральные, а нейтральные в позитивные. Получая новые эмоции, вы получаете новый жизненный опыт. Вы хозяин своим эмоциям, а значит и своей жизни. Ваша жизнь всегда наполнена. Любые обстоятельства всегда идут вам на пользу и помогают ежесекундно работать над собой. Принятие своих эмоций и чувств делает вас способными к состраданию и сочувствию по отношению к другим людям. Это наполняет ваш дух силой и светлой энергией созидания и любви. Вы способны решать проблемы, а не игнорировать их. Даже неблагоприятные обстоятельства помогают вам побеждать. Вы и вместе с вами ваш мир наполнены позитивными целями и возможностями. Вы видите их. Вы сами формируете их. Вы создаете позитив из любых чувств и эмоций. Вы источник позитива. И вы всегда двигаетесь в правильном направлении. Вы солнце позитива. Сейчас вы начнете выходить из состояния полного покоя и расслабления. Проходит тяжесть в вашем теле. Появляются приятные ощущения легкости, бодрость. Голова проясняется все больше и больше. Она становится свежей и легкой. Тяжесть из тела уходит все быстрее и быстрее. Руки стали легкими. Ноги стали легкими. Ваше тело стало легким. Вы выходите из состояния сна. Но чувство покоя на душе остается. Остается приятное ощущение тепла в области сердца и чувство комфорта в теле. Вы выходите из расслабления и чувствуете себя отдохнувшими, спокойными, здоровыми. У вас отличное настроение, вам приятно. Сейчас я досчитаю до трех, и вы откроете глаза. Вы сделаете это легко и свободно.
и будете при этом чувствовать себя хорошо. Раз. Вы выходите из состояния расслабления. Вы спокойны. Два. Вы прекрасно отдохнули. Вы полны свежести и сил. У вас прекрасное настроение. Вы чувствуете согласие с собой. Голова прозрачная, легкая, светлая, невесомая. Три. Ваши глаза свободно открываются. Вам приятно, хорошо. Голова свежая, легкая. Ощущение такое, как будто бы вы несколько часов находились в состоянии глубокого, крепкого сна. Вы чувствуете себя прекрасно. Наш сеанс закончен. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Я желаю вам здоровья.